Здравствуйте, уважаемые подписчики и случайные зрители канала. Сегодня продолжаем знакомиться с этим квадрокоптером. Теперь уже на улице, в зимних условиях. Ну, признаюсь, что я уже пробовал запускать. И кто смотрел предыдущее видео, в квартире был запуск. И передними пропеллерами, значит, он ударялся об стенку. И немножко стерлись кончики. После этого здесь на улице он при взлете стал переворачиваться на спину. Пришлось поставить новые пропеллеры. Так что имейте в виду, если он обо что-то ударяется, то возможны такие последствия. Передние пропеллеры пришлось заменить на новые из комплекта, который идет вместе с дроном. Так, прежде всего надо откалибровать нашего дрона. Все его датчики. Для этого сначала снимаем защитный кожух с камеры. Так, включаем. Так, ставим на землю. И включаем пульт. Вот видим, соединение установлено с дроном. Значит, первое. Статическую калибровку нажимаем левую кнопку, на которой написано Speed. Вот, моргает часто лампочки на пульте и на дроне. Вот, все, перестали моргать, значит, эта калибровка выполнена. Так, следующая калибровка. Значит, мы нажимаем на правую большую кнопку, где фотоаппарат. Вот опять начинает моргать. Теперь мы берем и крутим его вокруг своей оси. Вот, все пропикало. Значит, это мы выполнили. Теперь берем, разворачиваем камеру вниз и крутим уже вот в таком положении. Все, калибровка выполнена. Теперь мы готовы к взлету. Но не совсем. Спутников еще мало. 4 штуки. Надо как минимум 8. Значит, тем временем тогда включим смартфон и включим приложение. Для того, чтобы нам видеть, что будет передавать камера. Видите, спутников-то 0 почему-то по-прежнему. Да, немножко отойдем и то ли из-за облачности. Так, здесь нужно прежде всего сделать согласование по Wi-Fi. Нажимаем. Вот, XL Pro 4. Жмем. Получение IP-адреса. Подключено. Все. Соединение установлено. При этом я обратил внимание, что если сначала согласовать дрон со смартфоном, то потом на пульте почему-то связи нет. С чем связано, не знаю. Так, ну 5 спутников мы видим. Теперь включаем одно вот приложение, которое рекомендуется, H Full Pro. Но почему-то оно какое-то зависает постоянно. И можно вот еще работать GPS, дрон. Они похожие, но почему-то вот с этого не родного, так скажем, работает лучше. Так, вот, значит, H Full Pro, это его родная программа. Здесь есть звездочка, нажимаем на нее. Открывается вот такая таблица. Это ограничение по высоте 120 метров и по дальности полета 1360. Это по умолчанию. Можно уменьшить, потом включить вот этот моуд. Ну, мы так оставим, как есть. Так, старт плей открывается. Вот, открылось. Предупреждает, что надо не менее 3 метров. Вот мы сейчас видим то, что с камеры. Так, ну что ж, пробуем с
пытался, да, взлететь с пульта. Можно взлетать либо с приложения. Вот нажимаем на замочек, разблокировывается, винты закрутились. Потом вот стрелочка вверх. Да, но в приложении он не видит ни одного спутника. Вот, на пульте у нас сейчас 7 спутников. Вот мы сейчас с пульта и полетим. Значит, что мы тогда? Запустили моторы. И можно вот с помощью кнопочки, вот здесь вот крайняя, автоматический взлет. Вот он. Залетел. Но при этом камера запаздывает. Очень запаздывает. То есть вот сейчас картинка просто стоит и ничего не меняется. Я не знаю, почему с этим приложением так хреново она работает. Так, сейчас попробуем поуправлять камерой. Поближе подойди, вот камера, видишь, спереди. Вот одной кнопочкой она немножко вниз, другой кнопочкой она вверх. Вот, ну, мы немножко вот так оставим. При этом на приложении картинка практически не меняется. Ну что, полетели наверх. Видно тебя в камеру? Чуть-чуть точечка там какая-то. Ну, далеко не будем улетать так в поле зрения. Так, в приложении картинка очень сильно запаздывает. Ну ладно, мы пока повисим. Сейчас, по идее, должна появиться крыша дома. Ну, смотрите, сколько времени уже прошло, а висит до сих пор еще просто снежок с деревьями. Вот, пошло движение. Ну сколько, полминуты точно запоздание. Сейчас мы тогда сядем и попробуем с другим приложением полетать. Так, при этом мы сейчас нажмем кнопку возврата. Посмотри на пульт. Вот, автоматический возврат нажимаем. И он должен, по идее, сам сесть туда, откуда он взлетал. Смотрим, куда это он полетел, непонятно. Ты куда, родной? Так, это нам не годится. Что-то куда он садится, на крышу куда-то. Ждем, может исправится. Нет, не исправится. Нет. Почему он так? Тут какая-то ошибка вот совсем. А, нет, смотри, развернулся. Или куда? Отставим. Включаем. Чуть не сели на крышу. Вот что-то какая-то ошибка. Тут что-то со спутниками связано. Только вручную. Ну вот такая вот история, вот только вручную. Почему-то автоматически он куда-то, видели, да, пытался на крышу усесться. Ну, мне кажется, что-то тут с GPS-ами как-то. Поэтому очень плохо ловятся спутники. Так, сейчас попробуем с другой программой. Так, сейчас программу GPS-дрон откроем. Ну, давай, открывайся. Вот с ней попробуем. Так, нажимаем кнопочку play. Сейчас откроется очень похожее табло. Также предупреждение о 3 метрах. Посмотрим, может быть, здесь камера будет лучше. Так, ну что, взлетаем. Поехали. Вот здесь, походу, камера как-то получше реагирует. Да.
этой программе. Задержка гораздо меньше. Вот всего несколько секунд. Да, вот. Видим, да? Вот можем даже камеру чуть приподнять. Сколько задержки? Секунд. Так. Ну, секунд 10, да, задержка. Ну, ладненько, поехали. Полетели. Да, здесь его сразу не видать. Ну, тогда сюда пока снимай. Так, ну что, картинка у нас движется. Угу. Вот с этим приложением, которое не родное, картинка все-таки быстрее как-то соединяется. Почему с родным приложением такая огромная задержка? Ну, непонятно. Вот сейчас он вроде в полете как бы. Так, чуть камеру приподнимаем. Сейчас мы, наверное, много приподняли. Сейчас в небо куда-то будет смотреть. Ну, ждем, когда приподнимется камера. О, я говорю, в небо много очень. Вот так, на два пика. По пикам можно ориентироваться. Мы на три поднимали, сейчас на две опустим. А делается это вот здесь две кнопочки. Вот эта кнопочка вверх, эта кнопочка вниз. Нет, еще пока не опустилась камера. Вот, опустил, вот. И так вот можно осматривать уже окрестности. Так, ладно, прилетим назад, а то его не видно. С автовозвратом придется разбираться летом, потому что сейчас он все норовит то в снег, то еще куда-то. Ну, учитывая, что это мой второй или третий полет, будем учиться. Не все так просто, как кажется. Здравствуйте. Так вот, камеру приподнимем, помашем ему ручкой. Ну и на этом, наверное, наши сегодняшние полеты мы на сегодняшнюю тренировку закончим. Садимся. Жуткая какая-то посадка. Ну, он все время так садится.
Считаем. Ты еще не нажала, что ли? Уже боль. Такая вот первая попытка, что-то получилось. Конечно.
этом мы с вами сегодня прощаемся. Смотрите наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь. У нас много интересного. Всем пока!